Пожар начался сегодня утром на площади около 400 квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли через 4 минуты. В ангаре и рядом с ним на момент возгорания находилось 8 автомобилей. 4 из них – легковой, 2 автобуса и эвакуатор – сгорели. Еще 4 машины удалось спасти. Пострадавших нет. У здания обвалилась крыша. Вероятнее всего, ангар восстановлению не подлежит. По предварительной версии, один из арендаторов нарушил правила противопожарной безопасности. В холода он отапливал помещение печью, которая работала на отработанном масле. Сил и средств было достаточно. Пожар распространения не получил. Локализация пожара была своевременная, через 30 минут. Ну и, соответственно, ликвидация, проливка опасности. Это находящиеся там баллоны кислородные с пропаном. Еще были баллоны. Баллоны не взрывались, мы их выносили. И своевременно были эвакуированы из горящего здания. Опасность предоставляла техника, которая повреждалась. Взрывались емкости небольшие с горючей жидкостью, баки топливных автомобилей.